был пост МПВО, который защищал один из районов Ленинграда. То есть этот предмет видел вот эту вот картину в прогрессии почти 100 лет. Барельеф в виде головы льва, а еще реликвии времен Великой Отечественной и экспозиция фотоколлажей «Связь времен» Сергея Ларенкова. На площадке Барвихинской школы состоялось открытие выставки «Одинцовский Невский проспект», посвященный 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В торжественной церемонии приняли участие ученики, местные активисты «Единой России» и первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина. Я хочу сказать слова благодарности всему педагогическому составу нашей замечательной школы, вам лично, каждому из вас, ребята, за то, что, вы знаете, самое главное в человеке – это память. И мы должны помнить каждого нашего героя. Работа над экспозицией идет уже много лет. Над ней трудятся воспитанники историко-патриотического клуба «Память». Сначала сделали временную выставку в витринах, позднее появился стационарный мемориальный объект. На данный момент есть возможность сделать и передвижные фотовыставки. Мы сегодня демонстрируем, что касается именно фото коллажей Сергея Ларенкова. У нас здесь выставлено 6 штук на постоянной основе. И еще 8 работ во втором формате мы поставили в фойе. Всего их более 500, если мы говорим про Ленинград. В другой части школы представлены 523 значка, которые посвящены Ленинграду. А для всех желающих прошел мастер-класс по настольной игре «Великая Отечественная», после чего знания применили в рамках интерактивного занятия. У нас есть какая-то позиция на карте, она сделана из гексов. И вот какой-то один гекс, это какой-то там город будет, допустим. И его надо, чтобы под конец шестого хода, у нас всего 6 ходов есть, кто-то занял. Либо второй вариант условия победы – это уничтожение всех танков противника. Одинцовский Невский проспект – ежегодная экспозиция, призванная сохранить память поколений. В будущем ее планируют расширить, отмечают организаторы. В школе выставка будет работать до марта. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».